на предмет соответствия действительно праву и соответствия вообще какой-то логике критериев Международной Федерации для того, чтобы спортсмены могли выступить на Олимпийские игры. Ну, еще раз напомню, что сегодня ночью 67 российских спортсменов получили ИЗФ отказ на индивидуальные запросы, которые отправляли на Олимпийские игры. Только Дарье Клишиной разрешено сейчас участвовать в международных соревнованиях. А 67 российских атлетов сегодня получили такие «письма счастья» в кавычках, в которых им сообщалось, что они не имеют права участвовать ни в каких соревнованиях по-прежнему. Ну, просто ИАФ таким образом подтвердила те критерии, которые они выдвинули для выступления на международных соревнованиях спортсменам 17 июня на заседании Совета ИАФ. И эти критерии теперь расписаны для каждого спортсмена индивидуально. Вернее, их выполнение расписано каждого спортсмена индивидуально. Еще раз повторю, что мы находимся сегодня ровно в такой же ситуации, в которой были и вчера. Юридически ничего не поменялось. 2 июля был подан иск в спортивный арбитражный суд. И 19 июля мы будем ждать вердикт этого суда. Ну, собственно, 21 уже будет вердикт. Ну, а лидеры прошли уже 4 километра, пробежали беги на 5000 метров. 11 минут 11,95 сотых было их время. Остается заключительный километр, на котором сейчас вот все решится. Посмотрите, как подтягиваются к лидерам уже эта группа, которые они сейчас растягиваются уже вширь, не в длину, а вширь, потому что сейчас каждый стережет друг друга, чтобы начать рывок, чтобы не пропустить рывок другого спортсмена. И вот посмотрите, ну что, будет 2 круга остается до финиша. Нет, они топчутся все, пока боятся кто-то брать на себя ответственность и делать длинный финишный спурт. Тем временем Павла Файдека поздравляют с победой, с очередной его победой. Он стал чемпионом Европы. Закончилось метание молота, судя по всему. Да, я вам скажу, что обрадую белорусских болельщиков. Хочу сказать, что в заключительной попытке, как я и предполагал, Иван Тихон добавил и вышел на вторую позицию. 78-84. 80-93 у Файдека. Иван Тихон второй, 78-84. И Войцех Новицкий, поляк, тоже 77-53, третье место. Ричард Рингер пытался сделать ускорение, но ему тут же перекрыли дорогу. Хайли Ибрагимов вновь впереди. Два испанца там. ФИФА. Француз. Ну и последний круг сейчас будет. Рингер все-таки по-прежнему там держится, пытается. Последний круг. Пока впереди Хайли Ибрагимов. 59-96 очередной круг. Ну а сейчас ребята пробегут гораздо быстрее еще. Итак, два испанца, француз Ибрагимов и немец понеслись. Дождемся сейчас финиша и будем смотреть, как Тамберис штурмует 2.40, высоту, которая его была мечтой. И он об этом говорил в интервью перед началом трансляции. Но здесь пока Ибрагимов, Мечел, Рингер, Амбадуйни. Ну что, Рингер, открытие 2014 года, выиграл он командный чемпионат Европы в беге на 3000 метров. Сможет он что-то здесь противопоставить вот этим ребятам? Ибрагимов сдался, Ингебрицын, посмотрите, бежит он к золоту, к своему, должен успеть. Нет, не успеет. К сожалению, не успеет. Ой-ой-ой, как стеной все. Ну, там стена. Я думаю, наступили на ногу Ибрагимову. Похоже, что он прям совсем остановился. Я думаю, что в этой толчье он просто ему получил по ногам. Вот это финиш. Ингебрицын сделал все, что мог. Похоже, все-таки был вторым здесь. Мне так кажется, но не знаю. Сложно сказать. Уж больно такой бурный действительно был финиш. Ну, сейчас надо сейчас смотреть. Вот, может быть, да, в Рапиде мы уже Мичел сможем. Вот француз, тут пока впереди испанец. Француза убрали. И тут... Не поручусь. Слушайте, по-моему, там ФИФА. Там ФИФА был Ингебрицын. Вот сейчас будет решаться. Испанец выиграл. Мне кажется, вот там они двое легли, и только фотофиниш может испанец, их. Вот, да, или вот этот парень. Был, да, ему Мечел дают 13:40.85. И буквально сотую должен ему уступить там кто-то, если не такое же время. Лидер европейского сезона плачет от счастья. Он выигрывает золотую медаль. И немец Рингер попал в призы. Рингер все-таки попал в призеры. Рингер в призерах. В такой борьбе, конечно, эмоции
когда на финише все вот так Ричард, вот, смотрите, Рингер, что творится. И смотрите, Ингер Бритсон без медали. Четвертый, да, два испанца, Рингер и... А вы посмотрите, какие результаты у них.